Добрый день, уважаемые зрители канала Уимзап. С вами Павел. Сегодня мы в очередной раз на нашей новой ремзоне по адресу улица Думницкая, 83А, строение 1. И сегодня у нас в гостях представители японского автопрома Subaru. И будем подойти делать что? Правильно, мыть днище. Сейчас мы поднимем машину, посмотрим, оценим ущерб, как что загрязнено, потому что машина полноприводная, люди уже определенной такого категории, что любят и погонять, и по бездорожью, нет-нет, потому что машина позволяет, ну, будем смотреть. Опять же, ну, повторюсь, беспощадные наши реагенты, подвеска многорычажная, так что есть на что обратить внимание. Пожалуй, давайте приступим. Итак, автомобиль у нас оборудован пыльником пластмассовой защиты, ее, наверное, скорее всего, придется снять. Ну, что мы видим? Ну, как бы, загрязнения, я бы не сказал, что такие серьезные, но так или иначе имеются. Предлагаю дело запомнить, как что у нас тут выглядело, чтобы понимать разницу. Пыльники Шрус новые. Человек, наверное, все-таки активно эксплуатирует автомобиль. Снизу автомобиль оборудован пластиковыми пыльниками, защитками всяческими. Я так думаю, мы сегодня это дело разбирать не будем. Просто помоем вот область заднего редуктора. Задние рычаги, опять же, вот прошу обратить внимание, видите, какие последствия реагентов, влияния. Подвес. И вот о чем я говорил. Следы коррозии на сайлентблоках, болтах крепления сайлентблоков. Вот верхний рычаг поперечный тоже можно обратить внимание. То есть, когда придет время для замены рычага либо сайлентблока, это будет все дело проблематично открутить. Скорее всего, данные болты уже будут спиливаться. Ну и также вот болты крепления защиты заднего дифференциала. Вот, можно увидеть следы коррозии. Кстати, на нашем канале было видео, по-моему, i30, после была замена ходовой части там элементов, ну вот как раз в результате коррозии мы меняли там подрамник сзади, рычаги и прочее, ну это что-то похожее. В общем, давайте начнем мыть, а там посмотрим результат. Итак, нанесли химию на поверхность днища, рычагов, всех рабочих поверхностей. Что мы тут можем увидеть? Ну, пока химия работает, можно понаблюдать, как она отъедает, не отъедает коррозию без применения всяких металлических щеток и прочее. Ну, по-моему, какой-то эффект есть. Так что, может быть, рычаги нашего клиента будут спасены. И, в принципе, можно будет эти болты откручивать. Но это когда будем смывать, смоем, уже посмотрим. Ну, а так, ну, результат налицо, работает, в принципе. Даже уже невооруженным глазом можно увидеть, что результат есть, отмывается. И рычаги, вот места скопления коррозии, тоже вон там, если в кармашках, в глубине, все как бы видно. Есть один нюанс. У нас очень много вот этих пластмассовых пыльников, которые мы не снимали по заявке клиента. Ну, я так думаю, там тоже будет все отмываться. В передней части стабилизатор, все стало видно, рычаги. Предлагаю смыть и посмотреть на результат. Итак, мы смыли нашу химию. Давайте теперь посмотрим за результатом. Ванна под запаску, но это все в заводской, в заводе грунтовки. Так, что мы видим? Ну вот у нас открылась, кстати, коррозия на заднем лонжероне, нижнем. Рычаги, цапфа, все металлическое, в принципе, уже начало гнить. Поэтому, ребят, дабы избежать подобного,
рекомендуем приезжать на профилактику, чтобы наши реагенты, которыми посыпают дороги, не убивали наши любимые автомобили снизу. Также человеку надо будет порекомендовать, наверное, сделать антикоррозийку, ну, хотя уже на такие поверхности, я не знаю, надо со специалистами общаться, накладывают, нет, ну, как бы, результат вот такой вот. По передней части тоже, да, все открылось, все следы коррозии, где на рычагах, в принципе, мы это с вами видели, но сейчас это видно явно. Глушитель не берем, ну, как бы по порогам, так-то все живенько. Я так думаю, теперь сквозная коррозия в ближайшее время не грозит, потому что все посмывали. В общем, дорогие зрители, ожидаем в гости. Всем, кому интересно, приезжайте, будем рады. Звоните, записывайтесь, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах. Пока.